Направляемся к гробнице. Вот и коровки по пути встретились. Сегодня все наслаждаются солнышком. Очень теплые дни наступили. И ожидается хорошая погода на ближайшие пару недель. Вот сегодня где-то по прогнозам 22-23, но на самом деле чувствуется, что выше. На солнце особенно. Ой, какие хорошие. Можно погладить, да? Вас можно погладить? Не бойся. Ой, боже мой, боится. Боится. Ты тоже боишься? Они все боятся. Они не ручные. Не... А, они травку хотят. Так у них полно травки на поле. Но мы можем дать? Дай. А где? Малыши кричит на них, да? А вот тут. Где-то? Кричит, кричит на них, малышек. Вот это травка. Да, ну что, надо побольше. Малой кричит на них, смешно. Что вы? Ой. Боитесь, да? Ты боишься? Ты не боишься? Молодец. Он какой-то не боится. Смотри. Ну, это бык. Страшный. Поэтому он не боится. Мужики ж не должны бояться ничего, да? Он, а мы тут не боимся. Эй! Эй! Какие они все красивые, чистенькие. Чистенькие. О, какой огромный мужик. Мужик. Огромные. А, это девочка. Не знаю. Кажется, как будто это все мужики. А не знаю. Ой. Ой. О, боже. Ой. Мама Мия. Папа Римский. Майя, я бы малыша взяла здесь. Не дай бог, он туда проскочит, они его задавят. Бери его. Да, не испугаться. А, ну это уж явный мужик. Тут не ошибешься. Он как дед. Смотри, какие рога. Травку едет. Ой, у него такой тайник. Боже мой. Что, нам все стадо надо накормить, что ли? Они все пришли. Все пришли. Давайте. Покормим. Кто будет? Ты будешь? Люди? Ой, какие. Какие. И все стоят здесь. А я думаю, они стоят здесь, может, потому что здесь тенечек. Они, наверное, стоят здесь, потому что тенечек здесь. О! О! О, боже! Что, пристает? Ага. А могу я один покормить? Покорми. Мама, это девочка? Да, они, наверное, тут зашли сюда в тенечек, поэтому все стоят так. Смотрят в эту сторону. О, им жарко тоже сегодня. А малого держим, потому что опасно, вдруг он туда. Тут есть сетка, но она с большими дырками. О, привет! И все красивенькие. Люди, по
эпохи неолита, построившие эту гробницу около 5000 лет назад, были земледельцами. Может быть, для их успеха было важно иметь точный календарь для планирования посева и сбора урожая? Подобно Стоунхенджу, эта могила была сознательно построена в соответствии с движением небес. Может быть, солнечные календари, подобные вот Стоунхенджу и этому месту, позволили доисторическим людям узнать правильное время года, чтобы собраться вместе в этих местах для важных торжеств? Если вам посчастливится посетить Брин Кэсли Зу на рассвете, в день летнего солнцестояния или просто стать свидетелем заката с кургана в любое время, вы почувствуете мимолетную связь с нашими далекими предками. Майя, он может пойти к коровам. Место начинается 5000 лет назад. Здесь были два каменных круга, был ров, кое-что сохранилось до сих пор. Это место использовалось для различных ритуальных целей, для погребения людей. Когда здесь проводили раскопки, нашли камни, нашли кости людей, нашли наконечники стрел. Потом ракушки. Нет, их не убивали, их хоронили. Проводили какие-то ритуалы. Чем интересно это место, вот эта погребальная камера, тем, что во время летнего солнцестояния солнце заходит вовнутрь. Оно построено так, чтобы солнце с самого рассвета заходило внутрь этой погребальной камеры. Так. Идем, я ничего не вижу. Солнце заходит через какие отверстия? Вот через вот это, да? Да. Через вот это отверстие заходит солнечный свет, солнечные лучи. Обратите внимание на насечки на камни, видимо, оставленные 5000 лет назад. А вот эти фигурки, сено, перья, ракушки, кем оставлены были? Видимо, сейчас также кто-то проводит здесь какие-то ритуалы. Интересны ваши догадки, кто и какие. Может быть, что-то связано с магией, а может быть, просто кто-то хочет счастья в семейной жизни. Мало ли что, но я сама не знаю ответа на этот вопрос. Это камень с рисунками. Оригинал, как я уже сказала, хранится в каком-то музее. А это реплика. Вот видите, построено так, что через эту щель солнечные лучи во время солнечного летнего солнцестояния заходят с утра с рассвета сюда, в это помещение. В центре кургана над ямой лежали лицевой стороной вниз два упавших каменных столба, когда-то украшенных спиралью и зигзагом. Было ли это искусство для предков, или оно использовалось священниками или шаманами во время летних церемоний? Никто сейчас не знает. Мы можем только строить какие-либо догадки. Thank you.
бегали вокруг. Бегай, бегай. Пусть малышик хорошо разомнется. Еще. Давай. Устал уже. Это цирк. Смотрите, как коровы заинтересовались малышом. 6 коров. А здесь, видимо, молочные коровки. Смотрите. Имя. О! Как нехорошо. Нет, не снимай. Смотрите, какие большие вымя у них. Ну, по-разному, у кого-то поменьше. Вот они так хорошо лежат. Не знаю. Там у них еще вон какое-то место, чтобы еще там какая-то еда или может вода там пьют вокруг. Уже 8 опять. Ага, пришли все малышом интересуются. Они не только люди интересуются, но и животные. Никто такого не видел. Чудо. Маленькое. Одно из чудес света. А он пытался и к ним зайти. Он ничего не боится. Смотрите.